Друзья, всем привет! Сегодня пеку красивое новогоднее и рождественское печенье, которое может приготовить каждый из нас, так как для выпечки используется минимум продуктов, которые есть на каждой кухне. Сливочное масло, сахар или сахарная пудра, яйцо, мука и разрыхлитель. В миску отправляю размягченное сливочное масло и сахар. Хорошо взбиваю миксером. Добавляю яйцо. Снова все взбиваю, чтобы яйцо хорошо соединилось с маслом. В муку добавляю разрыхлитель и просеиваю частями в яично-масляную смесь. Перемешиваю. И снова просеиваю муку и снова перемешиваю. И так, пока не использую всю муку. Соединяю все миксером, затем тесто становится более густое. Я использую лопатку или можно вымешивать руками. Долго не вымешиваем, главное, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Тесто получается мягкое, нежное, к рукам не липнет. Заворачиваю в пленку и отправляю на полчаса в холодильник. Половину охлажденного теста раскатываю между двумя листами пекарской бумаги, раскатываю толщиной 0,5 см. Формой вырезаю круглое печенье. Внутри делаю окошки в виде сердечка, цветочка и кружочка. Отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 8-9 минут. Остывшее печенье с окошками присыпаю сахарной пудрой. На целое печенье наношу варенье. Я взяла домашнее клубничное варенье. Можно использовать любое покупное варенье или джем. Главное, чтобы в нем не было крупных частиц. Собираю печенье. Получается очень красиво, нарядно, празднично. Печенье аппетитное, нежное и очень-очень вкусное. Желаю всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. До новых встреч!